Итак, в Оренбурге подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая многодетная семья». В финал вышли 34 династии, но заветный приз «Автомобиль» получили 5 самых достойных. В их числе герой нашего репортажа Дадаевы, которые организовали целый семейный ансамбль. Сегодня они уже признанные артисты. Рецепт их счастья узнали наши Ольга и Дмитрий Григорьевы. Тоже, кстати, творческий и семейный союз. Многодетная семья Дадаевых репетирует очередной номер. Здесь, в родном лицее номер 6, родился благотворительный семейный ансамбль. Сначала у нас родилась старшая дочка. Мы стали ею заниматься, мы стали ее развивать. И она у нас стала добиваться больших успехов. У нее получается. Да, у нее стало получаться. Тут у нас родилась вторая доченька, и мы решили, чуть-чуть она подросла, решили создать дуэт, танцевальный дуэт. Когда мы создали танцевальный дуэт, мы увидели, что это востребовано. Девочки стали выступать, стали ездить по различным социальным объектам нашей области. Соответственно, в дальнейшем мы поняли, что у нас получается детей воспитывать. Вот, у нас родился Алексей. Когда у нас родился Алексей, он тоже начал подрастать, и мы начали работать в том же самом ключе, мы начали развивать, мы начали детям давать все самое лучшее, что мы можем дать. Вот, и уже создали семейный ансамбль. Со своими номерами мама, папа и их четверо детей ездят по Оренбургу, области, России. Выступать приглашали даже в Европу. Сергей Дадаев, глава семьи, поддерживает дисциплину в коллективе. Все представления под его чутким руководством. Мы ездим по области, по деревням, показываем, да, были во многих социальных объектах нашей области. А просто даже приезжаем в деревню, сами знаете, бабушкам очень нравится, когда к ним кто-то приезжает и что-то им показывает. Да, это так трогательно, да. Когда бабушки хватают детей, другие бабушки на них кричат: вы что, не трогайте, это артисты, не мешайте ему выступать. Раза ездили в Израиль, давали концерты перед ветеранами в Казахстане, Индии и Италии. Давая добро и искусство людям, мы сами духовно обогащаемся. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю... Ну-ка, растяни-ка. Мы уже и с малышом занимаемся сейчас. Уже растягиваемся. Никто из детей Дадаевых не проводит часы напролет у телевизора и компьютера. Все заняты делом. Началось все с Насти. Глядя на нее, к спорту пристрастилась и младшая. Сейчас девчонки-чемпионки России по танцам среди профессионалов. Занимаются музыкой, хорошо поют, учатся и служат примером для братьев. Будете готовить его танцевать или что? Скорее всего, папа. Это уж как он выберет, вырастет и выберет. Ну, скорее всего, сначала, может быть, для общего развития мы тоже отдадим его в танцы, в какой-нибудь вид спорта и так далее. А дальше он сам выбирает свою судьбу. Каждый творец своей судьбы. Мальчишки в семье растут сильными. Ну а как по-другому, ведь их папа бывший полицейский. Совсем маленький Алексей уже подтягивается 30 раз и смело это доказывает. Нет. 30, давай. 30. Просто я с 3 годов или с 4 занимаюсь подтягиваниями, и поэтому у меня получается. В этом году Дадаевы стали финалистами ежегодного конкурса многодетных семей. Он проходит уже 15 раз. Главный приз – автомобиль. С каждым годом у нас и все больше и больше становится многодетных семей. Мы уже перешагнули рубеж 26 тысяч, и активных семей становится больше. За 15 лет в конкурсе поучаствовали около 3000 семей. Победителями конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» признаны 5 семей. Это гайчане Арслановы, семья Дадаевых из Оренбурга, бугурусланцы Пановы, Прокопенко из Тюльганского района и семья Селедкова из города Орска. Чтобы стать победителями, многодетным семьям пришлось хорошо потрудиться. Все, кто получил сегодня ключи от новенького автомобиля, продвигают творчество, музыку и спорт. Наша семья стремится к тому, чтобы доказать обществу, что многодетная семья – это не только семья с кучей проблем, это наоборот, это успешная большая семья. Поехали! Григорьева Дмитрий, Григорьев. Наше время.